Новое медицинское оборудование, кабинеты и коммуникации. Поликлиника Александровской районной детской больницы распахнула свои двери после масштабной реконструкции. Людмила Жильцова – главный врач. В надлежащий вид она приводит учреждение уже более 20 лет, ремонтируя одно отделение за другим. И вот еще одно долгожданное событие. Мечта сегодня осуществилась. Я не знаю, какая я радостная и довольная, потому что все-таки я вышла из амбулаторного звена. И я думаю, тот, кто имеет и видит, какая масса детей проходит через поликлинику, конечно, хочет ее видеть. В поликлинике заменили все, от стульев до оборудования. Установили высокоточные аппараты диагностики и лечения. Не оставили без внимания и детей с ограниченными возможностями. Для них в здании оборудовали специальные поручни. Всего в комфортных условиях смогут лечиться более 100 пациентов дневного стационара. Сегодня вы видите шикарно оформленные все. Совершенно другая была стена. Совершенно. Сегодня стены поставлены, чтобы более не так слышно было врачам, более удобно было работать. То есть я вижу, что нашим докторам, мамочкам здесь будет очень комфортно и удобно. И детям удобно. Капитальный ремонт поликлиники длился почти полгода. Из областного бюджета на него было выделено более 11 миллионов рублей. И теперь поликлинику можно по праву назвать современным медицинским учреждением. В Александровской больнице она соответствует и своим оснащением, и ремонтом уровню, который необходим всем требованиям и федеральным законам, которые есть сейчас действуют на территории Российской Федерации. Теперь в планах главного врача привести в порядок подвалы. Отмечает, что проблем в ее больнице почти нет. Медикаментов хватает, и питание пациентам обеспечивается хорошее. Единственная трудность – нехватка врачей. Сейчас здесь требуется около 20 медицинских работников. Главный врач надеется, что в новые стены придут и новые кадры. Оксана Котова, Дарья Тептилева, Виталий Сергиев, Губерния 33.